Золотые правила нравственности постигали накануне учащиеся начальных и средних классов. Конкурс под таким названием прошел на базе медицинского колледжа имени Башларова. Во втором этапе конкурса приняли участие ребята со всех районов и городов республики. Жюри оценивало у конкурсантов знания о своем родном крае, исторических местах и умение держаться перед аудиторией. Был оценен также и самый красивый национальный наряд. В тот же день старшеклассники и студенты вузов на базе ДГИ защитили свои проекты на тему «Край мой родной Дагестан». Участие в конкурсе приняли ученики 29 школ и 14 образовательных учреждений.